Да. Золото, 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 золото. Эти веселые ребята в реальной жизни представители серьезных профессий. Все они сотрудники уголовно-исправительной системы Приморского края. Работают в следственных изоляторах и исправительных колониях. То есть напрямую связаны с той частью общества, жизнь которой протекает за решеткой. Но сегодня суровая профессия не помеха общему веселью. Эти мероприятия, они нас сплочают. В первую очередь сплочают наши семьи. Нас как сотрудников, потому что нас здесь очень много. Мы тут и общаемся, также встречаемся и делимся своими впечатлениями о работе и в целом по жизни. Инициатором проведения культурно-спортивного праздника «Золотая осень-2018» стал начальник ГУФСИН Приморского края Вадим Версткин. Он отметил, что проведение фестиваля нацелено в первую очередь на популяризацию здорового образа жизни и раскрытие творческого потенциала сотрудников учреждений уголовно-исполнительной системы. Вадим Версткин стал главным судьей всех соревнований. Это мы планируем проводить каждый год «Золотая осень». Посмотрим. Если практика покажет положительный результат, значит, мы будем проводить еще другие мероприятия, кроме данного, более, может, спортивного плана, национального плана. В празднике приняли участие около 1000 сотрудников учреждений и членов их семей. Они демонстрировали не только хорошую спортивную подготовку, но и творческие способности в вокале, хореографии, сценических постановках и даже кулинарии. Спортивные дисциплины были представлены баскетбольным биатлоном, поднятием гири, прыжками с места и перетягиванием каната. К творческому конкурсу готовились заранее, придумали визитные карточки с креативным названием команд и речевками. В творческих номерах участники обыгрывали свои трудовые будни театральными сценками, хореографическими постановками, стихами и музыкальными композициями. А из чего ты делала гусеницу? Из ягодок, которые мы во дворе сыграли, из рябинки ожерелье, это было красиво, из яблок. Не обошелся праздник и без вкусной части. На кулинарные конкурсы «Дары осени» и «Мы едем на пикник» сотрудники УИС подготовили целые тематические композиции из овощей, фруктов, грибов и ягод. А настоящий восторг у детей вызвала солдатская каша. Светлана Садовая, новости на Восьмом.